Потом доезжаем, смотрим, есть стороны шлагбаума. И охрана такая, открывают ворота, так все, мы проезжаем, они такие, а как вы попали? У нас по конюшне, как мы ехали. Вот эти маньяки впереди, два главных. Мега-маньяк и маньяк один. Смотри, какие у него мосты маленькие. Да вообще, у него почти нет мостов, можно сказать. Крис уже кушает, у него уже пикник. На задке все лучше ездить. А? На задке все лучше проехать. Я думаю, это не очень хорошая идея. Но в принципе, если ты задами сразу руль влево, у тебя есть шансы, Паша.
На старт! Внимание! Поехали! Ох, все! Глаз попал в открытый. Я думал, рыба залетела. Представляешь, такой карась, блин, в нос. Ой, что-то вы горите. Дерево мешает. И на бок.